Так, привет всем, ребята. Решил поснимать видео для любителей собирать ручные сборки аккумуляторов. Вот для таких клиентов есть у нас такие вольтроники. В данном случае это гибридный инвертор REVO VM II PRO 5,5 кВт. Power Factor 1, то есть это 5,5 кВт инвертор. Значит, параметры по постоянному току 120-450 вольт. Вот, сейчас он в режиме offgrid у нас работает. Но что я хочу сказать, меня поразило качество панельки вот этой сенсорной. Очень адекватно отрабатывают клавиши, прям как на дорогих инверторах. То есть этот инвертор там достаточно бюджетный, но вот качество сборки корпуса и панелька, вот это прям бомба-бомба. Также порадовало то, что система мониторинга уже поставляется вместе с инвертором, и программка настраивается прямо элементарно, там 2 минуты и все работает. Притом там вся статистика есть, и количество заряда в аккумуляторе, и мощность, которая текущая, и так далее, и тому подобное. То есть все классно. Подробно в программке есть, прикреплю видео, посмотрите. Так, ну а наша сборка здесь вот такая, на таких аккумуляторах собрано последовательно параллельно, получается такой банк энергии 5,1 кВт. То есть VPOW, это литий-железофосфатный аккумулятор, тоже в продаже у нас такие есть. Там и по 100 ампер в одном корпусе, и по 200 даже ампер в одном корпусе, 51 вольт есть аккумуляторы. Ну, их, конечно, расхватываются скоростью звука, поэтому кому интересно, пишите нам на электронку, подберем вам по хорошей цене хорошее оборудование. Вот, ну а данное видео об этом инверторе, который меня удивил своим качеством за небольшие денежки. Вот, на связи с вами был Солнечный Майнинг. До следующих видео. Пока-пока.